下，等一下，等一下，慧婷，哎，你们先看，哇，怎么这么嗨？太嗨了吧！有嗨有嗨，桃园 IKEA。Этих жителей Тайваня мощнейшее землетрясение застало прямо в Икее. Остров трясет уже несколько дней подряд. В социальных сетях сотни роликов, толчков. Один страшнее другого. Школьники чудом успели убежать из спортзала до обрушения потолка. У них проходил урок физкультуры. Несмотря на очень сильные толчки, достигающих 7 баллов, сообщается только об одном погибшем из 140 пострадавших. СМИ пишут, что мужчина по фамилии Хуан погиб на фабрике, когда на него упала часть оборудования. Обломки падающего навеса на платформе железнодорожной станции попали в проходящий поезд, в результате чего 6 вагонов сошли с рельс. В воскресенье весь день спасатели разбирали завалы, но утром в понедельник Тайвань снова начало трясти. Правда, чуть слабее, чем в субботу. Толчки достигали 6 баллов. Ah!